А как вы ночью ведете огонь по городу? Хочешь поглядеть, как это делается? Первое, второе, третье орудие. Приготовиться. Внимание! Цель номер 13. Заряжай. А что значат эти цифры? Мое изобретение, Данвиц. За каждым номером цель, по которой ведем огонь. Номер 21, орудийный завод. Номер 9, Эрмитаж, их главный музей. Номер 192, дворец юных большевиков. Номер 70, больница. И так далее, и тому подобное. Твою честь, Данвиц. Огонь! А теперь в бункер, быстро. Сейчас начнет отвечать их корабельная артиллерия. Можно подумать, что ты собираешься здесь пробыть всю жизнь. Люблю комфорт. А что, у тебя есть сведения о близком окончании войны? Если бы не эти бездарные, дряхлеющие генералы... Мы давно были бы в Петербурге. Нет, Арнем. Мы не подумали о русских, когда начинали войну. Они бешено сопротивляются. Это не было, черт побери, предусмотрено в планах фюрера. Со дня на день падет Москва. И другие пожнут плоды победы, пока мы тут отсиживаемся под землей, как крысы. А ты уверен, что под Москвой наши не застрянут, как мы застряли здесь? Бетховен. Aus Berlin? Из Берлина? Nein, von dort. Нет, оттуда. Aus Petersburg. Из Петербурга. Das ist doch nicht zu fassen. Это какое-то сумасшествие.